Отлично, отлично. Вот так. Вот так. Что эти правила? Офигенно. Это вас реально не доходит. Это не доходит. Тут, короче, катаются на пенибордах. Налипся. Пусть стоит. Да? Вообще, я буду кататься. Снимай. Давай, давай. Отойдите. Это не для великов. Вот это контент. Вы же понимаете, если мы у вас ездим, и вы упадете, это не мы виноваты, а вы. А где, ты снимаешь? Да. Вот, отлично, отлично. Вот так, вот так. Оно руки убрал. Что вы творите? Убрал руки. Быстро. Быстро. Вы нарушаете правила. Чего вы бьете? Чего вы детей бьете? Чина! Теперь давайте понимаем. Давай еще! Просто смотри. Она просто не видит. Еще один кадр. О, нифига. Чина! Мы катаемся. Не, вот я про. А нам мешают. Короче, как все началось? И дети вот катались на пенибордах, им объяснили, что тут нельзя кататься на пенибордах, потому что в правилах так написано. Они начали возмущаться, вот она начала возмущаться, стала вот тут, мешала кататься, ее попросили, все, сказали, но ничего, не доходит, поэтому врезаться тоже, я считаю, неправильно, ну и стоять, мешать кататься тоже. Так мы вас и детей не трогали, что да ты будешь родителем, будешь защищать своих. Сказали, мама, идите купите его. Это уже какая я же мать по счету? Я не знаю, я тут приезжаю почти каждый день. Это четвертая, и все четыре были добрые. А это агрессивно. Я с тобой не хочу разговаривать. Как это достану? Да, она видела, она ударила. Она ударила? Да, она ударила. Да. Хамло! Хамло! Да, нормально? Я жопой ударился. Я доску не заметил, на нее ногу поставил, и она заповершла и дошла. Подписывайтесь на канал Тимофили Бега. И лайк ставьте. Вот такой. А как канал называется? Тимофили Бега. Да. Короче, тут просто капец. Да я поплавать захотел, как уже жопой сел. Короче, чтобы вы понимали, тут они, их, ее дети катались на пенибордах, им, и ей объяснили, и вот она стала тут, ну что, не дает проехать. Ее попросили много раз, и потом врезалась в ее велик, да, ну потому что ее попросили. И вот она ударила скейтера. Угу. Ну да, вот это вот. И теперь сама снимает. I love you and how much I miss you.